Возле большого зала городской администрации дежурят сотрудники полиции. Они же сопровождают груз государственной важности до участков. Этот расположен в Доме культуры микрорайона Алексеевский. В списках здесь порядка 1700 избирателей. Как и на других участках, после всех необходимых процедур бюллетени поместят в сейф. Сейчас получили бюллетени, и наши члены избирательной комиссии приклеивают марочки, подписывают и проштамповывают. Как правило, это мы в течение дня это происходит. Идет подготовка, выставляем кабинки, выставляем урны и место для членов избирательной комиссии. Всего в городе-курорте зарегистрировано около 138 тысяч избирателей. Еще более 6,5 тысяч воспользовались возможностью выбора участка. Это означает, что они проголосуют не по прописке, а по месту фактического пребывания.